Добрый день. Я сегодня хочу предложить вам такой краткий фрагмент поединка между спортсменками Думина и Шклярук, где прошла достаточно интересная динамика изменения счета. И сейчас мы посмотрим все то же самое, только с замедленными повторами. И это уже будет более интересно. Как мы видим, счет изменился с 7-0 до 19-3. Спортсменка в красном пошла в атаку, закинула левой ногой удар в голову Сева Анчаги, попадание в шлем 3 балла. И спортсменка в синем сразу через фехтование выкинула ногу вверх и на ударе достала все-таки, даже красная уклонялась, но попал удар в шлем доли Чаги. После этого пошла еще одна атака, где повторное выполнение нерью Чаги, то есть когда фехтование идет два раза нерью, одно из них прошло. Счет становится 13-3. Красная идет вперед, синяя выкидывает левую ногу доли Чаги, попадает в шлем. Счет становится 16-3. Обмен ударами. И идет такой интересный момент, когда удар нерью Чаги через защиту достает шлем. Счет становится 19-3. В общем-то, достаточно интересный момент, когда за небольшой промежуток времени набрано большое количество баллов.